Омичи задолжали за электроэнергию более 2 миллиардов рублей, об этом сообщает Омская энергосбытовая компания. Только с начала этого года долг юридических и физических лиц увеличился на 500 миллионов рублей. В самой организации это связывается с тем, что у людей нет денег и нечем платить. Как выяснилось, большие долги у полиции, у ФСИН и объектов Минобороны.